Надоело встречать Новый год перед телевизором и с традиционным оливье. Есть выход. Театральная площадь. Здесь можно прокатиться на паровозе или потанцевать под любимые новогодние песни. Встретить 2014-й на площадь пришли более 10 тысяч человек. За порядком и безопасностью. Главной новогодней елки краевого центра следило более 500 полицейских, казаков и дружинников. Распитие алкоголя в общественных местах запрещено даже в новогоднюю ночь. Поэтому здесь греться не только танцами, но и горячим травяным чаем. А разливают его из самого известного на Кубани самовара. И не только на Кубани, ведь это самый большой самовар в России. Он способен вместить ни много ни мало 332 литра горячего чая. Так что чего-чего, а этого напитка здесь хватило всем гостям театральной площади. За час гигантский самовар способен напоить более 2000 человек. Ну а где самовары, там и медведи. На главной сцене новогоднего вечера бурый мишка передает олимпийский факел белому. Работали в эту ночь не только правоохранители и журналисты, но и артисты творческого объединения «Премьера». Горожане их поддерживали как могли, подпевали, танцевали и осыпали аплодисментами. По традиции, в последние минуты 2013-го краснодарцев и гостей кубанской столицы поздравили первые лица города и подвели итоги уходящего года. Краснодар, с наступающим Новым годом! Я хочу сказать огромное спасибо, дорогие краснодарцы, вам за вашу работу. Дорогие друзья, я желаю вам здоровья, счастья, успехов и всего самого-самого доброго в Новом году! Мы искренне желаем вам счастья, здоровья, благополучия! С Новым годом! 9, 8, 7. Вся площадь затаила дыхание и загадала самые заветные желания. 3, 2, 1. Под гром салюта город встретил новый 2014 год. Празднично яркой и не по-зимнему теплой атмосфере. Краснодару в Новом году процветания, денег побольше, женам нашим хороших мужей. Счастья, здоровья, удачи, чтобы все желания в Новом году сбылись. С Новым годом, с новым счастьем, граждане! Праздничный салют не поставил точку в концертной программе. Гости театральной площади не спешили расходиться и продолжали подпевать артистам и водить хороводы. Что ж, праздник удался. С Новым годом! Мария Евсюкова, Евгений Гирник, Александр Воронов, телекомпания «Краснодар».